Здравствуйте! На канале Лабытнанского телевидения программа «Архив ЛТВ». В ней я предлагаю вам посмотреть телепередачи, с момента выхода которых прошло уже немало лет. Но увидеть их сейчас будет интересно. Город развивается вместе со всей страной. Все, что происходило на просторах, находило место и в Лабытнанге. Ну, конечно, с долей своей специфики. Например, рынок. В моих первых воспоминаниях лабытнанский рынок – это бабушки с мешками семечек и леденцами на палочке в начале улицы Первомайской напротив магазина «Маяк». Потом были другие места его дислокации, но сегодня предлагаю вам телегазету «А у нас в городке». Снимали ее тоже на городском рынке, сейчас на его месте здание администрации города. Год 1995. А у нас в городке рынок есть, небольшой. Сделан он для людей и с большой душой. Наверное, одним из критериев оценки эстетического уровня города можно считать городской рынок, его внешний вид, его оформление, его санитарное состояние. Потому как выглядит городской рынок, можно судить, насколько администрация города заботится об удобствах для своих жителей. У каждого города свое лицо. И в каждом более или менее цивилизованном городе есть рынок, который в какой-то мере и определяет степень цивилизованности. У жителей и гостей нашего города наш рынок оставляет, пожалуй, приятные впечатления. Уютненький, красивенький, аккуратненький, опрятненький. Именно эти характеристики нашего рынка делают его, пожалуй, самым притягательным местом в нашем городе для жителей всех возрастов. Через рынок проходят все. Скажите, вам нравится наш рынок? И вообще нашим рынком очень довольна. Большой выбор. Ну, даже вот выйти приятно. И довольны, что у нас в городе есть такой рынок. Еще бы площадь перед вокзалом сделали такую красивую, вообще прелесть была. Рынок очень. Ну, всем все можно здесь приобрести. Вы только мне по телевизору. Нет, мне тоже очень нравится, потому что все-таки раньше некуда было идти. По магазинам очередь. А тут, пожалуйста, подойди, возьми. Пожалуйста, были бы деньги. Да, я довольна им, потому что рынок приобрел какое-то свое лицо. Он стал чистым, ухоженным. Какая-то порядок на нем, по ассортименту легко сориентироваться. То есть такой рынок приятно прийти. Ваша цель вот сегодня на рынок? Вы пришли просто или за покупками? Мы пришли за покупками и так время провести. Нравится. Чем? Сейчас вот расположение очень хорошо. Хорошо, что заасфальтировали его. Мне вообще нравится. Очень. Чем? Тем, что можно хоть что-нибудь да приобрести, то, что невозможно приобрести в магазинах. Например, ляльки, бутылочки. Вообще не могли нигде купить, а здесь, пожалуйста. Вы пришли за покупками или просто купили? Да нет, мы идем от врача, а вот за покупками не смогли ничего мы приобрести. Вот мы разорались, раскричались. Расстроились немножечко. Спасибо. Не очень. Ну, вообще-то, приемлемо. По сравнению с южными рынками, цены доступные для этого места. А сам внешний вид оформления? Красиво. Да. Пойдет, можно жить. Знаете, как вам сказать, чтобы не соврать и не обидеть? Ну, нравится так, в принципе. Товара много? Много. Вот сегодня у меня день рождения, вот хожу, вот хочу что-нибудь себе купить. Вот только я пакетами запас, видите, вот больше ничем. Рынок – это не просто рынок.
Можно с уверенностью сказать, что рынок – это центр по обмену информацией. Если у вас вдруг сломался телевизор, не отчаивайтесь. И не сетуйте на то, что, быть может, на данный момент вы не можете оплатить срочно его дорогостоящий ремонт. Если по тем же материальным причинам у вас не подключена радиоточка, это еще не смертельно. И не расстраивайтесь, что вы не выписываете газет. Все источники массовой информации вам заменит наш рынок. Да люди сами снимаются. Можно узнать новости мирового масштаба, новости экономической, политической, общественной жизни нашей страны и, конечно же, светскую хронику из жизни горожан. Можно узнать о новшествах моды, капризной, как наша погода, и непредсказуемой, как курс доллара. Интересно, чем же продавцы руководствуются, когда отбирают товар на продажу и везут его сюда к нам? Во-первых, я всегда слежу за модой. Слежу и телевидение, журналы, все показы моды. Современную молодежную моду я выбираю вот так. Все остальное, исходя из спроса покупателей, из возможностей, из способностей покупательских вот наших граждан, сограждан, можно было бы намного интереснее вещи возить, если бы была возможность их купить. Ну, я же смотрю на молодежи, какой носит молодежь последнюю моду. Стараюсь толстым женщинам привезти, потому что очень страдают наши полные женщины. Вот. Ну и девушек не обижаю, всегда стараюсь им привезти самое модное, что есть. Не смотрю, что дороже оно, нет, все равно я стараюсь привезти самое то, что у меня очень много постоянных покупателей. И у меня, ну, я пользуюсь спросом. Ну, в основном своим вкусом. Так, что подруги носят, что так люди носят на улицах в основном. Смотришь, как в Москве люди одеваются. Примерно так, больше никак. Еще по цене. Ну, вообще по сезону в первую очередь и полагаясь на то, сколько зарабатывают денег, вкус предусмотрев и, естественно, качество. Ну, во-первых, качество. Ну, сезоном в основном. Ну, сейчас сезон, пошли купальнички, маечки у нас зимой не висели, сейчас нету шуб норковых. Но... А вот, допустим, из платьев, из костюмов, как вы определяете, какую продукцию привезти, какую нет? Ну, стараемся брать, конечно, чтобы это было не сильно дорого, потому что сейчас такая инфляция, что очень стало не так выгодно заниматься частной предпринимательской деятельностью, как раньше. Давайте пройдемся по рынку и узнаем, что же модно в этом летнем сезоне. Сейчас модные все плетеные вещи, все выбитые такие из индийского материала, из хлопка, платья с бахромой внизу, удлиненного типа, из таких плетеных вещей модные, всякие кофточки, блузочки, юбочки, костюмчики. Но все белое, все бежевое. Белый цвет – это цвет лета. Это очень модно сейчас индийские вещи. Вот. Они не так сильно и дорогие, и очень модно для молодежи. Ну, как я так предполагаю, светлые в основном тона такие. Более летние, цветочные платья, шорты, легкие очень шорты. Ну, джинс, он моден, наверное, всегда. Ну, не знаю, дело вкуса. Нестандартность, индивидуальность, абстрактную какую-то одежду.
Ну, очень модно натуральный волокна, то есть лен, без химических добавок, и хлопковые ткани, естественные шелка натуральные, вот в таком плане. В основном модно очень без красителей, естественные цвета, естественная фактура. Скорее всего, самое натуральное. Всевозможные вышивки, не вышивки, а решелье, все легкое, женственности больше. Ну, в основном такие костюмы, шорты, сарафаны такие, сейчас модные всякие, на резинках такие расшитые. И, конечно, лен. Какая обувь пользуется спросом на сегодняшний день? Ну, в основном модельные. Именно такие на высоких, на шпильке туфли. У нас на рынке пользуются туфли, которые уже вышли из моды, например. Потому что в них по нашей щебенке очень удобно ходить. В таких дорогих туфлях, как за 200, за 300 тысяч, пройдя один раз, их можно уже выкинуть. Еще модные плетеные вещи, обувь из замши. Ну, итальянских в основном фасонов. Всякие с декоративными украшениями сейчас. Просто рынок. Рынок – это еще место встреч. Если, к примеру, вы долго не можете встретить своего приятеля и по каким-то причинам ну никак не можете застать его дома, то спешите на рынок. Здесь, если не сегодня, то завтра вы обязательно встретитесь. Если вы в ссоре со своим другом или со своей возлюбленной, что нередко случается в нашей жизни, вы хотите помириться, но не можете первый сделать шаг, то спешите на рынок. Именно здесь наверняка ваши пути пересекутся, и примирение произойдет само собой. Если вам вдруг стало одиноко, если вы не знаете, чем заняться, спешите на рынок. Ведь здесь можно на людей посмотреть, да и себя показать. В старой песне, если тебе одиноко грустнется, если в твой дом постучала беда, если судьба от тебя отвернется, вспомни, мой друг, про рынок тогда.
прежде всего, можно сказать, обращение это к руководителям предприятий и организаций, чтобы людям давали вовремя зарплату, потому что люди иногда приходят, им нужно даже вещь купить, не просто так какую-то лишнюю блузку или юбку, а вот это необходимо, а им не за что купить. Даже иногда просят уступить. Мы идем на уступки. Детей в лагерь, правильно, в пионерский, отправлять не за что. Не за что купить за 25 тысяч купальник. Поэтому, а руководители предприятий, организации, по-моему, своих детей одевают хорошо, как мы знаем. И поэтому просто хочется сказать, чтобы хотя бы людям по половине давали зарплаты, то им будет легче. Легче будет выбирать, легче будет просто к нам приходить, вот, чтобы советоваться с нами. Многие заказывают все. Но опять-таки приходят, опять говорят, нету денег, выдают только на хлеб. Так что, уважаемые руководители, уважаемая администрация нашего города, мы просим у нас немножко позаботиться и о наших покупателях прежде всего. Ведь это люди, и они за вас голосуют. Это тоже надо помнить.